Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! С вами, как обычно, Буди, Тентер, и сегодня мы делаем обзор на карту Fried Pickle. Fried Pickle. Да, это у нас Warcup под номером 188. Прислало очень много-много демок, проходил он с 4 по 9 сентября. Ну и, собственно, начнем, так как Enter... Чё, Enter? Ну, Enter, в общем, будет делать первый. Сделал все, что хочет. Fried pickle. Ну, как бы, pickle — это вроде огурец. Fried — это жареный. Типа, картошка фри, фрай. Вот. Сейчас будем смотреть на этого жареного огурца. Так. Что это у нас? В принципе, классное небо. Не двигается, но все равно классное. Вау, надо будет спилить его куда-нибудь на карту. Классный небо. Да, кстати, классный. Да, такой реалистичный, да? Да. Надо посмотреть, как оно, кстати, с других сторон, но ладно. Так, что у нас здесь? На старте у нас яма. И здесь яма. Угу. Там у нас килл. Килл. Окей. А, старт. Старт где-то вот здесь вот. В теории можно, получается, по старту даже раскрутиться, да, когда прижамп минимальный сделать. Ну, тут очень мало места, здесь только если по идее, можно вот так вот делать. Ну да, да, что-то типа так. Ну это бесполезно. Старт-триггер у нас один раз только цепляется, поэтому... Тайм-ресета, значит, у нас нету. ТР сделать нельзя будет, пару раз пересечь стартовую чуть нельзя. Вот, так, что у нас дальше? Здесь у нас такая, типа, платформа. Подъем вверх, опускание вниз. Это классная текстура. Текстуры тоже неплохие, да? Зелененькие, тебе всякие нравится, кирпичики. Да? Еще такая подъем. Гранату дали. Здесь яма, которая меня убивает. Лучше туда не прыгать. Ну. В принципе, было логично. Ну, мало ли, я не знаю, может там, ну, да, не было ничего. Телепорт на финиш, тем более, да? Здесь какая-то большая яма. Ну-ка, туда упади. Там какая-то что-то. И там меня тоже убили. Там что-то, какая-то текстура новая. А пройди дальше. Если дальше. Просто какая-то дырочка. Я могу сюда упасть? Могу. Да. Сюда? Нет, здесь крип. Вау. Ты застрял? Почти. Ну а дальше пройди, что там. Подожди, аналог. Здесь я боюсь, меня опять убьет. И вот здесь это убьет. Ну да, здесь кинский. Опа! Отобрали гранату. Значит, начинаю... где-то там, да. Да, где-то есть. Здесь надо было ее. Вау! Нормально. Прикольно. Ну, наверное, это как-то надо использовать. Ну да, да, только да, раз дали гранату, и есть вот такая вот кнопка прикольная, значит, нужно гранату сюда кидать. Так, что у нас дальше? Спуск, рампа, не сликовая, обычная. Причем выглядит, как будто больше 45. Но нет. Страшный джампап. Да. А, нет. А я могу сюда упасть? Ну, я не думаю. А, черт, я думал, там хоть телепорт сделали. Ну, это было логично. Ну, давай пока с греной просто подождем. Ну, ладно, не подождем. В общем, граната у нас подкидывает, и, собственно, на скорости, благодаря набору с трейфом, нас подкинет куда-то... Куда-то вверх. В эту область. Да, куда-то сюда. Вот. Ну, здесь, используя джампад, можно прыгать. Вот так вот. А он слева что-то. Здесь есть что-нибудь. Опа. Чего? Что? Ну, а, прикольно. А как обратно? Эй! Ну, прикольно, кстати, секретка. Ну ладно, типа секретка, не знаю. Ну такая. А, я даже простреливать могу. Здесь, видимо, клип. Да, ну просто плеер клип, видимо, да. Ладно, пробуем еще раз. Ах. Да, и, кстати, если кто заметил, вот, здесь горела буковка Г. То есть, если я буду хорошо прыгать, я могу эту Г словить и сделать хоп на вот этом месте. Сейчас попробую еще раз со старта. Вот.
Вроде как получилось. Немножко, да. Ай! Черт, надо хоть как-нибудь бежать, в общем, до... до куда-нибудь. Так, здесь... здесь у нас... ладно, не буду туда ходить. Здесь, видимо, надо прыгать по вот этой вот большой платформе. О! Дырочка. Понял. А ну-ка зайди туда. Сейчас зайду, сейчас я посмотрю, вдруг здесь... нет, здесь нет. О! А прыгни в рот им. Сейчас, подожди, тут ничего нет. All secret finders. Ой, меня Киря бьет. Да, ну, она дамажит. А в дырочке чё? Дырочки, не знаю, ща гляну. Давай. Чё-то прям реально интересная карта стала. Какие-то секретики. Я и не декомпилил, не знаю. Но это я сбоку вот здесь это нашел. Да-да-да. А снизу? Там мог. Опа. Please process... Я не успел прочитать. А ты тут... ты в свободном падении или что? Попробуй набирать? Нет. А, нет, прыгаешь. Просто в темной комнате. Please process view forward key. А, типа нужно... Опа! Что? Кто это? Это кто-то... это не я прошел, если что. Кто-то другой. А это... нет. Я не знаю, кто это. Тоже этот мужик тоже киляет. Да, ну, страшный ладно. Дядька, не пойдем к нему больше. А, нет, ну ладно. Пойдем потихоньку вперед. Так, дальше что у нас? Ну-ка, ну ладно, этот столб, допустим, и дальше что столб? Тут вроде столбы без ходов больше. Ну, оп, да, дали 3 рокета и 30 секунд батл сьюита. Ага. 30 секунд вполне должно хватать, по идее. Так, внизу, оп. Подожди, я могу Г. Ага, вау, внизу, он ловится, и... а, внизу отбирают. Он ловится, да, и внизу, значит, триггер у нас по отбору рокета. Значит, надо проходить ковер. Ну тут получается, а где их дают? Вот где-то здесь, да? Где-то там, да, дают. Ну я здесь 3 не успею юзануть. Там типа 3 штуки, и потом свалиться отсюда и еще хопс сделать. Ну потому нет, что... нет, да, там же... да нет, а зачем хоп? Ты можешь на скорости просто поверху пролететь. Я понимаю, ну ладно, в общем... ну хоп это бесполезная херня, короче. Он вперед кидает. Ну вперед вот, и... плазму дали. Да, дали плазму, да. Отобрали плазму. И больше не дают плазму. Дадут. А, дали. А вон комната, как сзади, в которой ты был. А-а-а. Я думал, она прям... ну ладно. Так, что-то еще есть. Еще один джамп-пад. Который, кстати, я так и не понял, как он кидает. Потому что он... вот так что сейчас... но он везде. Он не только это... он к стенам, по-моему... пределом. Ага, да, то есть вот так вот протянут до упора? Да, да, да. Я протянут здесь... до упора, до каждой стены. Ага. И здесь тоже, наверное. Да, да. Отлично. Там у нас... я не знаю, что. Туда не пройти пока. Мне интересно, что там. Это с читами? Не, почему с читами? Нет, нет, без читами. Завод и читы. Я хочу посмотреть, что там. Так посмотришь потом, давай заходи. Куда заходить? Ну вон наверх, да, да плазми. Не, я хочу посмотреть. Как там вот это ставишь, забыл? Колвод, девмап, и ты уже карту. Стрелочка, да. Cheats on. You are tied for the lead. Ну давай, бити. Блин, я-то думал. В общем... чё, в общем, ты не знал в натуре? Нет, я думал, тут какая-то другая комната. А тут оказывается, что вот этот... вот, в общем, это дальше. Мы летим по этому джампаду. Я тебе и говорил, а ты меня не слушаешь, как всегда. Вечно вендед, гордый, не слушайте. Вот. Входишь вот в этот.
Уходи. Сюда входим и появляемся с другой стороны. И вот мы видим сзади наш проход как раз. Нам дают 6 ракет. 6 ведь? 5. Сейчас я все потрачу и посмотрим, сколько дают. Я тебе говорю 5. Опять? Вот андеды, вот смотрите. 6, а, не ври, 6. Ой, ну ладно, ладно. Да, вот начинается. Давай, начнем. Так, что у нас здесь? Здесь у нас такой проход, который с правой стороны вообще не юзабелен. Какая-то текстурка, видимо, случайно не закрашенная. Вот это вот, нет? Может быть, не знаю. Что там, еще есть какая-то секретка? Я вроде ничего не вижу пока. Ну, скорее всего, он забыл закрасить ее, потому что она как-то не в тему там и до конца не сделана. Да нет, и... он, видишь, с обоих сторон. А, он а был, тут, видишь, до конца не сделан. Это косяк, по-любому. Ну, ничего страшного, я думаю. Так, ракеты. Здесь подъем такой. Нужно, видимо, стрелять во все стороны. Ну, вот, да, типа ракет-спам всеми этими ракетами. Здесь у нас такая типа наклонная. Больше чем 45. О, я почти. Да ладно, я могу на ней. Нет. Да, что-нибудь. А, нет. Я думал, я могу вверх подниматься. Можешь, вот ты поднимаешься. Вау. А чё ты? В смысле, а ты думал, нельзя, что ли? Ну, если она сильно наклонена, то не могу обычно. Так, ну, здесь у нас. А, это не рампа. Я подумал, что здесь дабл-джамп можно как-нибудь, но нет. Там пад и вот здесь должен быть финиш. Если что, я просто... Ты просто старт лигейн меня зацепил, читер. То есть если я сделаю вот так вот, а потом отсюда стартану, он там будет. Ладно. Ну, что тут как проходить можно? Сейчас попробую просто как-нибудь кое-как пропрыгать. Надо ловить, в любом случае надо ловить вот этот топ. Да, он сильно помогает, он дает чуть-чуть скорости. Этот хоп маленький. Во, норм. А. Да что такое? Это еще не так-то просто перепрыгнуть. И вот надо, видимо, туда сразу прыгать. Сейчас я попробую без остановки пропрыгать. Надеюсь, получится. И есть, долетел. Ну, первый вариант прохождения, видимо, вот такой вот должен быть. Вот как-то вот так вот. Здесь надо еще головой, наверное, побиться вот в эту фиговину. Ну да. Кто так проходит. А здесь начинается... То, что Эмпер не очень любит. Рокетранчик. И 35,5. Да. О, красавчик. Да. Если бы ты отправил такую демку, ты бы был бы на, знаешь, на 18 месте, между прочим. Из скольких? Из 19. Не последний. Не последний, да. Так, что можно здесь сделать побыстрее? Ну, начало здесь мало чего можно сделать. Ну да, я... ловите оп, кидайте гранату. Да, здесь еще такая большая проблема. Вот, например, я когда играл, эта граната, она зависит от угла, под каким ты кинешь. И, ну да. Не. Она тебя кидает в зависимости от твоей вертикальной скорости. Вот кинь сейчас гранату. Нет, я имею в виду то, что тайминг взрыва зависит от угла. А, ну это да. А высота подкидывания тоже еще от вертикальной скорости зависит, поэтому сложно поймать прям нужную, там, не знаю, угол, под который надо стрелять, время, когда надо стрелять, и правильно еще приземляться на правильной высоте. Ну это да, тут в ЦПМ геморрой вообще конкретный получается. Да, то есть для примера, что можно привести. Сейчас я кину ее пару раз. Вот. Гранату можно кинуть как-нибудь в полете вот таким вот образом. Она ударилась три раза от этой стенки, еще раз от этой.
То есть можно кинуть ее как-нибудь вот так вот. Она два раза врезается и падает. Или ее прям как-нибудь вообще вот так вот кинуть. И она даже не касаясь стенок может упасть. Ну, так совсем неудобно будет кидать. Ну да. Не знаю, как там удобно, неудобно. Но в общем, угол, под которым кидаешь, и от угла, под которым кидаешь, зависит время, через которое она взорвется. И от этого зависит место, где тебя подкинет. Либо здесь, да, либо и дальше, и либо... Вообще. Дальнейший спейсинг вообще весь зависит от этого. Да, и от этого зависит то, что ты ниже упадешь или выше, и тогда тебя выше подлетишь или ниже. Можешь долететь, можешь не долететь до этого. До туда, в общем. И, в общем, это приходилось таймить, как-то что-то с этим делать. Задрачивать. Да. Вот, здесь, в принципе, идет обычный стрейф. И здесь... Ну, ты будешь потом объяснять или мне? Сейчас. Ну, ты не знаю, как хочешь. Давай сейчас. Ну, изначально дорожку, которая вот находится вот тут, нашел я очень давно. Очень-очень давно. Потом ее все остальные начали использовать. В общем, я долго думал... Да, ну, я долго думал, как можно что с этими ракетами делать. Все сначала вот так вот и проходили. То есть несколько ракет приземляются прямо сюда, плазма, и это резко заворачивали. Вот. А я подумал, что можно как-нибудь все-таки срезать эту фиговину, вот эту дорожку. И можно, оказалось то, что вот этот вот уголок, который вот здесь вот выделен, он позволяет проходить карту, срезая вообще вот это все. Ну, в CPM, в Q3 так не получится. Да, ну тут, по идее, напрашивается, как бы, если более-менее там встать и подумать, что вообще можно еще сделать, то там волей-неволей, если правильную сторону мыслить, напросится вот этот самый роут, о чем, ну, это как раз то, что Enter нашел. Карта, кстати, 16-го года. Я вот тут, да, я вот год назад, видимо, это... Да, причем и в июне, и почти год. Ой, ну, чуть больше года, то есть. А, не долетел. Сейчас я просто как-нибудь хотя бы это пропрыгаю вот это до... О, норм обслужил. Очень далеко улетел. Вот. Почти долетел. В общем, каким-то таким образом можно попытаться долететь вот туда сразу, до лесенки. Если очень постараться, можно... вообще эту лесенку пролететь и вот сюда приземляться. Ну это очень-очень-очень хардово, да. Я скажу. Что хочу сказать, триггер плазмы находится вот здесь вот впритык, и, по-моему, как-то еще он там устроен. Ты девмапил, да? Ой, да, это... Да-да-да-да. И, то есть, если пролетаете вот здесь вот сверху и не касаясь ничего, то вот здесь вот у вас плазмы не будет, если кто-то так делает. А если приземлиться на лесенку и там вот дабл джампить, ну, на лесенке тоже не всегда давал. Там вроде со средней лесенки дает. Посередине дает. Вроде как. Ну, она здесь как-то этот триггер страшно устроен. Я сейчас, наверное, не буду декомпилить. Да, тут его много, скорее всего, этого триггера. Он, по-моему, как-то так, он как-то так находится и вниз, по-моему, где-то, в общем, здесь дает. Да. Ну, такой себе уродливый триггер, короче, там. Вот, ну и здесь просто есть несколько дорожек. Ну, это несколько. Ну, ракет-спам, ракет-спам, ракет-спам и финиш. Давай, показывай. Ну, там три варианта, по идее. Все остальное, в принципе, Enter показал. Я даже не знаю, что тут еще. Не слой. А, ты ее прям вот так вот вперед стрелял. Ну да. Ну потом на демке посмотрим. А есть... еще, кстати, я пока. Что? Есть ли разница, вперед ее кидать или вот как я вниз? Ну, чисто тайминги. Я под себя делал, ты под себя, короче. Ну, все логично. Я тут еще одну секретку нашел. О, нифига. С другой рожицы получается. Тут тоже киляет. Это, наверное, та же самая. Нет, а там у тебя квадратный рот был, а тут это. Такой другой, короче. Сейчас. Ну, по рокету чисто, наверное, я добавлю, да, что. Там три варианта. Ай.
Меня-то топ взбесил за все время, пока я ее играл. Такой, оп, что-то ловится так нехорошо. Не всегда. То бывает, знаешь, раз 10 подряд словится, то вообще за 10 раз ни разу. Ну там нужно просто точно стрелять. Не, я про оп говорю, который с этого, со стрейфа. Ну, я и говорю то, что это нужно прям точно вовремя в 2 фрейма умудриться нажать прыжок. Ну да. Тут с даблджампом или без? Наверное, без. Нет, лучше. Нет, тут ты сверху падаешь, как бы. Ну, то есть если ты подпрыгнешь прямо перед ТП, у тебя же даблджамп будет или нет? Нет, не будет. Нет, тут такая высота специальная, чтобы и в Q3, и ЦПМ все было оптимально. Ну, в общем-то, немножко падая, тут можно сделать вот так вот. И на финиш. Можно делать, допустим, 2x. 2x немножко сложнее в плане техники, но... И, кстати, не факт, что эффективнее, потому что тут много летишь. Сейчас. Ну, в общем, таким вот макаром. Тут имитировать это надо было засыпозиться там. Где? Привет. Вот. Либо можно делать очень хороший ГБ от этой стены. Потом делать ГБ вот здесь вот и падать на пол. И потом, если все идеально складывается, вот отсюда рокет получается. Тоже да. со скимом? Здесь? Нет, ниже. Там вон тот угол, да. Не, ну ты просто от него отталкиваешься как бы туда, куда надо. Не, ну ты скимишь этот уголок, чтобы у тебя скорость не сбрасывалась. А, подтыкаешься в него? Ну там, да, грубо говоря, подтыкаешься. Но это очень тяжело, это практически, не знаю... Тут надо где-то 1200 с этого выловить. Причем, если делать задом, вот так вот ловить, то ты безнадежно будешь врезаться, там совсем неудобно. То есть ты отсюда как-то падаешь так. Ну тут как, ну вообще неудобно. Но у меня получалось пару раз, но это очень сложно. Тут надо очень хороший ГБ сделать. Тут надо очень хороший ГБ сделать. И тут в итоге, ну это ролл быстрее, но он сложнее. И тут ты мои два варианта пробовал, которые я там это. Это какие? Ну в начале либо ГБ, либо без ГБ в начале или. Тут имеешь в виду? Да. А, ну не знаю, с ГБ, по-моему, самое такое, самое нормальное. Не, ну с ГБ ты, по-моему, летаешь сразу. А вот сейчас ты без ГБ сделал. Ну сейчас без ГБ. А. Не, ну с ГБ вот я делал вот так вот. А, с прыжком. Да, да. Я просто пробовал чуть-чуть по-другому делать, когда сначала газбуст от другой стенки, от левой. То есть сейчас от правой. От этой? Ну да, как я там... Нет, первый без ГБ просто выстрел, а потом от левой стенки нормально бустился с падением вниз. А, и как у тебя там по скорости получилось? Ты же сам видел. Да? Я не помню. Последний раз. Ну попробуй. Сейчас я тогда оттуда начну. Засыпаюсь здесь. Нет, не так. Выпрыгиваешь, рокет от правой стенки без ГБ. А, от этой. Да, потом от левой с... Да, с бустом падаешь вниз без прыжка. Блин, у меня напрашивается ГБ. Типа, тут еще буст? Ну да. Да? Да, там два буста получается. Мне кажется, если вот там вот делать буст, то скорости, в принципе, много. Если делать буст, то ты можешь очень часто вот сюда врезаться. Можешь не успеть подняться просто. А тут надо максимально скорость еще развивать. То есть надо все равно стараться как можно раньше толкнуть себя наверх. И как можно с меньшим углом, чтобы больше скорости было. Поэтому... Ну тут тоже игра спейсингов такая, так что... Не знаю даже. Ну, там буст бесполезный, по-моему. Ну, то есть, если скорость большая, то он мешать будет, наоборот. Вот.
Так, есть что-нибудь еще пройти, показать? Не знаю, пройти разок. А, ну, кстати, да, есть что показать. Есть еще одна секретка. Офигеть, сколько их тут. Это же четвертый или пятый? А это чем? Ты ее как нашел? А не знаю, как-то случайно. Что-то бегал. Ну, то есть, может быть, еще есть секретки, но... Может быть, да. Да, мы не декомпилили карту, поэтому случайно находили их. Так, ну... Что? Ну, давай я попробую, наверное, пройти разок. Да, это... Оп, очень. Ну, со слезой. Там, как-то. Угу. Но оп сложно ловится из-за того, что высота небольшая, по идее. Вау, как далеко. Ты прям здесь прыжок сэкономил. Почти. Тоже. Ну вот и вот так вот. А ты плазмой, да, юзал потом после приземления? Когда была плазма, юзал, когда не было, не юзал. Но именно вот в этом в рекорде у меня не было плазмы. То есть сразу пролетел через лестницу? Нет, я сделал даблджамп, но я сделал его хорошо. На даблджампе на самом не потерял, я потерял только об стену, когда поворачивал. Но у меня был косарь, в общем, на повороте. У меня очень классно было прохождение разок. Но я в конце запорол. Я прямо на ступеньки залетел. Причем так залетел, что у меня тут 1200 было. И я с 1200 туда... Это, у меня там такой плюс был. У меня руки задрожали. Я зафейлил в конце. Вообще жестко было. Ну, потом просто вот так вот делал. Ну, все побыстрее, конечно. Но, в принципе, все то же самое. Ну что ж, давайте смотреть демки, народ. Да. Много-много демок. Да, было много демок на эту карту. 19 демок в Q3, ой, CPM и 11 демок в Q3. Так, начнем с VQ3. Демка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 место. Rematch, play. Он играл в онлайне, играл на 41 секунду и как-то перестал, наверное, играть. Ну, видимо. Да, без даблджамп. А, это VQ3. Что я говорю? Да-да, я тоже. Причем я тоже думаю, что это даблджамп не получился. А то лол. Да, проскочил, в принципе, все, что нужно. Здесь использовал 3 ракеты и воткнулся в лесенку. Да. Почему не поступать чуть повыше? А почему не перепройти, допустим? Да, чтобы не воткнуться в лесенку. Ребят, когда вы начнете проходить без запинок, даже пусть медленно, но без запинок, у вас тогда начнет расти скилл. Если вы будете проходить запинками и так вот оставлять, у вас ничего не получится. Надо пытаться проходить чисто. Римыч в итоге занял 29 место в онлайне и занял 11. Энтер буянит там. Демка, видимо, очень не понравилась. Стола тут подпадает всякое. Давай, всё. Следующее, 10 место. Хулиган на 4 секунды быстрее. 37. Play. Чего? Что, 37,6? Да, 37,6. Как температура при гриппе? Чего, как? Температура при гриппе. А, ну да. На градус чуть больше. Ну а, да. Перестал притормозить 2 раза. Чтобы не воткнуться в общем, никуда. Ну вот, и хулиган, естественно, просто широкий. Ну вот, хулиган очень даже... Чистенько прошел, в отличие от Римыча. Очень, ну и вот чистенько. Они 4 секунды, как бы. Если бы он еще немножко не воткнулся на стрейфе, было бы еще быстрее. Да, да. Вот. Ну что ж, следующая демка. 29.1 быстрее на 8 секунд. ID Россия. Давай смотреть. Play.
8 секунд. Он, наверное, там 8 секунд, стрейф, да, очень много дает. Да, отлично. Судя по всему, он хорошо прошел стрейф. Да, и слушай, старт намного получше. Ну, он, видимо, стрейф хорошо кинул, хорошо кинул грену, да, вот тут он, скорее всего. Проскочил. Тут он не зафейлил, да. Хорошо рокет прострелял. О, использует голову, ударился об эту штуку, чтобы залететь. Да, ну очень хорошо прошел. Проходит пока что. Ну, рокет медленно, вот единственное. Последний рокет джамп не получился, но он особо ему как бы и не дал ни минус, ни плюс. Так что... Ну, такое. В принципе, чистенько, да, молодец. А, следующая демка. Кианекс, Россия, Тольятти. 28,8 быстрее на 0.3. Давай смотреть плей. Ну, кстати, слушай, если Кианекс еще чище получается прошел, и даже получается рокет быстрее у Кианекса. Неплохой такой стрейф. Выстрелил нормально, в принципе. Да, по внешнему получается огибал. Приземлялся на джампад. Сразу на джампад, и ой, очень хорошая скорость, и за счет этого он, мне кажется, еще выиграл. И рокет. Так, я зацепил, да. Да, ну рокет, в принципе, побыстрее, но сам финиш, вот это пересечение, оно медленнее немножко. Ну, собственно, вот он где-то лучше, где-то хуже сделал. Но, в принципе, Кианекс молодец, тоже очень чистенько прошел. Следующая демка. GT Aggressor, России, 27,9. Play. Ну что ж. Сам батя. Сам агрессор. Посмотрим. Со своей любимой моделькой танкером. Кинул. Попал. Он головой кинул, даже ударился. По-царски. Да. Я не знаю, специально так? Ну, я специально было ударялся, да. Ух ты, от левой стенки. Ничего себе. Да. В принципе, очень быстро. Один рокет просрал, конечно. Оп, финиш. Очень большой сенс у него, я скажу. По идее. Ну, Скай, старайся. В целом, старайся лучше, да. Вспоминай свой скилл, потому что у тебя очень топовые таймы были, конечно, которые я уже перебил, но... Чувак, давай, камбэчься. Мы обеими руками. Дальше следующее. У нас шестое место, да. Нюк, Россия, плей. 26,5 быстрее на 1.5 секунды практически. Нюк, насколько я помню, на Map Jam Cup. Помнишь такой, да? Ух ты. Он как-то посмотрел вперед, потом резко дернул вниз. Ага. Ну вот он там на последней карте удивил очень. Я вот думаю, удивит ли он нас здесь. Чем? Может, он 2x сделал? Ну, очень хорошо завернул. Хороший рокет. Ой-ой-ой, какой хороший рокет. Очень хороший рокет. За счет рокета очень много срезал. В отличие от остальных своих оппонентов. Поэтому, собственно, 26,5. Что ж, поздравляем с шестым местом. Хотя нужно стараться лучше. Да. 26,3. Винтер. Плей. Обошел на 0.2 секунды. Сейчас посмотрим. 0.2? А, да. Так, да. Где это может быть? Ну. А там этот полосочка, наверное, в нее нужно целиться. Хотя я не знаю. Как полосочка? Ну, там щелочка есть в этом переднем щите. А, ну, не знаю. Ну, в целом, вот первый рокет побыстрее был, финиш очень хорошо, да, на финише выиграл вот эти 200 как раз, 250. Ну, у него там прыжок был перед джампадом, мне кажется, он там потерял 0.3 где-то, может, больше. Ну, да, да. А дальше, Redborn, Белоруссия, 26.2, плей, быстрее на 0.1. Даже меньше, на 40. В преддверии топа 3, открывающий, можно сказать, замыкающий топ 3. Вниз немножко выстрелил. По прыжкам. Ну, по прыжкам, слушай, хорошо. Стрейф хороший. Да, стрейф очень хороший. Хороший рокет тоже был.
тоже хорошо слил верхнюю рампу. В принципе, немножко не доплазмил до косаря, но ничего страшного. Здесь Рокет немножко получается похуже. Да, он больше на стрейфе, ну, набрал. Ну, выиграл, да, на стрейфе. На стрейфе и на поворотах, мне кажется. И Бригант! Открывающий топ-3, бронзовый призер. Поздравляем, Бриганда, 26.1, побыстрее на 100. И если бы Redborn еще постарался и скинул еще на Рокет, так, допустим, еще немножко, да, он бы занял третье место. Да, чуть-чуть не хватило. Блэй. Так что, да, старайся. Сейчас посмотрим, что здесь можно такого сделать. На соточку такой быстрее. Стрейф у него неплох, кстати. Что-то как-то очень сенсы у него что-то много. Так быстро Рокет успевал стенку выставить. Ну, не знаю. О, 2х. И финиш. 26-1. Очень неплохое прохождение. Да, но 2х ему не особо много дал. Возможно, и поэтому... возможно, чуть было бы быстрее, если бы отдельно Рокет не стыкал. Да, 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 вот в этом-то и дело. Но в ЭКУ-3 вроде бы с 2х, если хорошо ловить, то будет быстрее. Может ЦПМ быть. Это спорный вопрос, но. Ну, в общем, Бригант, старайся лучше. Ты что-то не очень на этой карте себя показал, если честно. Но в ЭКУ-3 там же есть. Можно стрелять в стенку прямо перед ее касанием, и тогда ты прилипаешь к ней. Да, тогда тебя не относит. Тогда можно было, наверное. Ну, ладно. Топ-2, Юдмитрий. Он у нас... Да, у него очень хороший тайм. Демки сейчас в последнее время шлет все лучше и лучше. Да, очень да. В перспективе игрок, так что... Да, перспективный, старайся. Сейчас посмотрим. Плей. Попадешь, вероятно, в FPS в будущем, если ты... Если не пойдешь в Undead Encounter. Да. Так, сейчас посмотрим. Вот у него очень хорошо получается халфбит. Да, стрейк хороший. Подпрыгивал повыше, чтобы приземлиться сразу на джампад. Использовал всю... Очень плазму. Хорошо заплазмил, очень хорошо заплазмил. Поздно, ой, поздно 2X. Сделал 2х. Очень поздно сделал 2х, но... В принципе, я думаю... Вот он опять стрибалует с скиллой. Это прикольно. Ну, в общем, что можно отметить? У него хороший стрейф. Он немножко... немножко, я думаю, он полсеки где-то просрал на 2х, потому что он очень поздно его кидал. То есть, ну, очень далеко. Можно кидать намного раньше, и в итоге будет плюс большой. Ну и, в принципе, все. Рокет у него достаточно хороший. Сейчас посмотрим, на Декса. Топ-1. Да. Поздравляем Декса. Хороший у него, ну, выглядит. Сейчас посмотрим. Ну, выглядит, да. Плей. А быстрее на секунду с лишним. Да. На секунду один. Вот. Он очень хорошо на стрейфе набрал. Вау! Да куда он? Сразу после подбора стрелял. И по левой стенке. Вау. Очень-очень хорошо проплазмил. И вот 2х отлично словил. Да, в целом, я думаю, у него можно, быстрее первую часть до плазмы сделать. И сделать 23. Я так думаю. Потому что... Ну, я в ЭКУ-3 тоже играл. И у него, в общем, первая часть слабенькая. Очень слабенькая. У меня там по 1800-1900 сроки это было, и стрейф получше. Ну, в общем, 23 в перспективе можно, но вряд ли кто-то будет запариваться. Да, так что да. Все равно топ-1, поздравляем тебя, Декс, если ты это смотришь. И теперь мы переходим к демкам CPM. Демок очень много. Сколько их там? 19 штук. Вот, ладно, начнем с последней. RX-8, сейчас побыстрее попробую тыкать. Плей. Давай, 30... давай по очереди. Ты одного, я другого. Три... Ну... Ты тоже хочешь? Да, да, я тоже хочу. Хорошо. Я какой хочу говорить. Так, и в целом. Да, у него не получилось залететь наверх сразу.
Ну, он, точнее, скорее всего, не старался стрейт. Даже, а всегда сюда сразу залетал. Да, у него стрейф, к сожалению, не так, чтобы очень хорош. Ну, стрейф желает лучше, да, но... Ну, такой немножко потерянный стрейф. Видно, что новичок, видно, что на моем конфиге играет. Рокеты, что можно сказать про рокеты? Он не до... не докручивает до угла, чтобы рокет был в полную силу. То есть он... отвил, он как-то не от себя стрелял, а немножко в себя как будто. Он от рокета ловил 200-300 упсов, хотя нужно 500-400 там. И, ну, в общем, он немножко мышь не доводил до хорошего рокета, и так и вышло. Поэтому так получается. Давай, ты же говоришь. Топ-18 у нас. КТ Руф из Петербурга на 2 секунды побыстрее. Плей. Я говорю play. Хорошо. Я сказал play. Так. Ну тут даже сразу можно отметить, что стрейф намного лучше, но вот Андрей тоже не залетел сразу туда, а залетал на платформочку дополнительную. И отобрали у него последний рокет. А его отобрали или там просто платформа? Нет, не отбирают, он засейвил. Засейвил рокет. А ты... здесь отобрали. И не использовал. Он кнопку вперед не отпускает, когда ракетами стреляет. Советую прямо, ну, не просто ее держать, а... Ты видел последний рокет? Чудо-рокет какой-то. Ну да. Кнопку надо отпускать, когда стреляешь, чтобы не втыкаться, скорость не... сохранять. И правильный угол нужно, наверное, ставить при выстрелах. Ну, вот. Нужно больше потренироваться, тренируйся где-то на сити-рокете, может, где вот прямые рокеты просто покидать и там привыкнуться. Хардкор Россия, 31.0, плей. Быстрее на 4 секунды. 4.8 даже. Почти 5 секунд. Тоже сразу видно еще больше. Он не словил оп, к сожалению, и даже не использовал этот... Гранату. Не использовал гранату. А почему, кстати, интересно? Может, не знал, куда ее стрелять? Может быть, ну типа, а зачем ему тогда граната? Вау! Воу, рокет очень классный, так. Угол для плазмы не очень хороший, но, минуя даже рампочку верхнюю, он очень даже хорошо заплазмил. Ну и рокет, рокет очень даже такой, да, ну хороший, в принципе, еще потренироваться таких. Будет намного лучше. Топ. Какое место у нас? 16-е место. Дай 5, 29.8. Быстрее на 2. На 2? Сначала говори play, потом уже обсуждай. Ладно, play. Вот, потому что демок очень много, мы постараемся их быстрее озвучивать. Ладно. Я там увидел микроба. Очень интересно посмотреть, как он сейчас играет. Ну ты же помнишь микроба? У него не было буквы Г. А, иногда бывает, иногда как-то так стрейфишь там, так попадаешь на ту платформу, что оба нет. А, даже. О, кидал под себя. А здесь рокет, давай, переключайся на рокет. Нет, у него нет, он все заюзал. Точно, по-моему, он один засейвил, показалось. Не, все использовал. Рокет здесь не очень хороший, но в целом за счет старта, получается, он прошел намного быстрее, чем хардкор. А, микроб, плей. 29.716, быстрее на 5 сотых секунды. А, да. Сотых. Да. Ой, чуть-чуть не допрыгнул до оба. Гранату выстрелил, чуть не врезался в щит. Да. Чуть-чуть не врезался в щит. Видно, что сенс очень большой. 1.5x, почти допрыгнул до джампада. Да, ну плазмы, кстати, под себя кинул. Мог попытаться пострелять плазмы чуть-чуть под себя, чтобы типа проползти немножко, хотя... Ну, это было бы быстрее, чем прыжок. Ну, рокет намного получше даже, я бы сказал, чем у предшественника, у Дай 5. Угу. И даже не знаю, на чем он выиграл. Ну, примерно, видимо, одинаково как-то шли. Следующий у нас 14 место, котейка, плей. 29.5, побыстрее на 300. Угу. Все пока СНГ игроки.
Не словил, к сожалению. Оп. Видимо, не знаю, пытался или нет. Может, да, может, не пытались. Кто-то, может, и не знал. Он допрыгнул до... куда надо. Смог прям попасть почти на джампад, но ближе прыжок. Начал плазмить. Ой, даже буст попробовал сделать. Да. Ну типа, что терять уже нечего. Да и хоть буст попробую. Ну, Рокет не самый хороший, но, в принципе, заслуженное 14-е, я бы так сказал. Римыч, 29,3. Лучше, чем в АК3 место. Хотя, не знаю, с чем сравнивается. Ну ладно, давай смотреть плей. Ну, Котейка достаточно хорошо прошел. Я думаю, Римыч, если сделал лучше, так это хорошо. Ну, Римыч, он в АК3, по-моему, мало пытался проходить. О, ты видел, как он кинул? Да, она еще от пола. В пол, да? Да? Офигеть. Так, Рокет. Зажал две кнопки, вообще так лучше не стоит, конечно, но в целом прилетел намного быстрее, чем Котейка. И так. Да, Рокет, в целом Рокет очень быстро. Ну, если сравнивать с Котейкой. У них почти одинаково должно быть. Ну не да, знаю, там 200. Там. Ну тут надо детально, видишь, разбирать. Но на первый взгляд, как бы, Рокет у Римыча получше. 12 место, ArtMod 287. Ой. Быстрее на 0.6. Да. Чуть больше, чем на полсекунды. Вау! Circle Jump. Класс. И с этого момента мы отдаем приз за оригинальность ArtMod'у, который играет с конфигом Зерга. Ну, кстати, очень такие размеренные движения на Рокете резко, но это нормально. Стрейф очень даже плавненький. Не задел рамку. Да, надо было угол правильный поставить. Да, угол плазмы тоже не очень хороший. Но Рокеты очень даже быстро под себя кидал. И с 1400 финишил. Ну да, в принципе, заслуженное 12. Какое-то там место. Хулиган, да. Россия, 27,5. Плей. А, быстрее на... секунду и две, даже побыстрее, чем можно там было. Ой, опять здесь сегодня не было оба почему-то. Да, почему-то вот не было. Ну, ты иногда у меня тоже не было, не знаю, странно. Но приз пока за оригинальность ArtMod'у отдаем. Парень молодец, удивил. Три прямо перед... ну, подпрыгнул и использовал три ракеты и очень высоко подлетел. Надо было или ниже стрелять, Рокетом было бы больше скорости. Начал плазмить не сразу, а в целом финиш намного быстрее, чем у своих, как сказать, так, соперников, что ли. Так, ты говоришь сейчас. Десятое место. Дмитрий. Просто Дмитрий, что-то новенькое. Беларусь, Минск, 27,3. Побыстрее на 200. Сейчас посмотрим, что за Дмитрий такой. Беларусь. Ой, какая у него сенса. Ой, какой, да. Какой резкий. А хотя, ну, переводит, ну, достаточно плавно. Переводит, да, плавненько вначале. Не знаю, может. Плавность тоже залог успеха. Воу-воу. В принципе, Рокет неплохой. Один Рокет у него... А, нет, подожди. Нет, у него 0 Рокетов, получается. Не очень хорошо заплазмил. Не тот угол задом. Весь Рокет практически задом. Очень интересно. И очень... финиш. Ну, такой Рокет, знаешь, очень солидный, я бы сказал. Нормально накидал. Hello, Россия, 26,5. Play. Быстрее на 0. Не на 0, на 1. Но на 7 или на 0,9. Ой, он не словил оп. Он там был ИГ, но он не словил. Еле-еле успел выстрелить прям. Как он попал? Как тот попал, кто в пол вообще кинул, я не понимаю. Ну ладно. Использовал. Один Рокет, один Рокет и завернул. И здесь еще две ракеты. И вот. Да. Какая-то вот это... вариация в дорожках у нас. И в принципе финишный Рокет. И никто так тоже... и не подумал использовать. Все пытались Рокеты сразу использовать. И про то, что это CPM, и то, что можно вот так вот хорошо заворачивать. Ну, вот да. Так у него так пока. Ну и заслуженно он взял 9 место, а 8 на 300 всего лишь на 300 побыстрее GT Aggressor 26.2 Play.
Что нам покажет агрессор? Не словил лоб. Еле тоже успел ракетом выстрелить своей гранатой. Как они попадают, я не понимаю. Что за мутанты такие? Сразу делал рокет. О, три. В принципе, рокет использовал. Да, рокет побыстрее. По другой стенке. Рокет, в принципе, побыстрее. Ну, агрессор всегда любил, ну, умел, точнее, рокетом покидать. Так что 1900 пока самый быстрый рокет в конце. Mm-hmm. Большой молодец, агрессор. Камбэчься, давай, камбэчься. Если что, пиши мне в личку, я тебе помогу. Я забыл, кто говорит. Ты. Окей, из Ту Латвия Плей. Быстрее на 0,2. Ну, это латвиец. Вроде часто его видели. На компетишных демки посылают. Да, частенько. В принципе, нормально быстрый гранатой. Неплохо. Очень так плавненько двигается. Да, но мог бы там чуть пострейфить побольше, может побыстрее было бы. Угол здесь после поворота мог бы немножко более правильный выставить. Два рокета успел, но зафейлил там один рокет, ему дал всего 100 упсов. И финиш также, я бы сказал, не очень. Да, можно было постараться. Да. Шестое место, мягкий пуст, 25,5. Плей. Полсекунды смог отвоевать от... Я забыл, кому-то там, из Латвии. Исту, да, Исту. Стрей, в принципе, у него получается неплохо. Он почти до упора пытался. О, вкидал под себя, да. Вот, а вот сейчас он угол очень правильный плазмы выставил. Да, очень хорошо проплазмил. Очень, да, хороший. И роки там прям хорошо это получалось. Вот. Вот таким вот образом полсекунды набирается. Давай дальше. Да, на рокете. Ну ты. Я? Окей, Dream. Да. 25.1 play. Быстрее на 0,4 секунды. Это у нас уже пятое место получается. Да. Сейчас посмотрим. Вот, наконец-то словил оп, отлично. Набрал много-много скорости, хорошо сейчас стрейфит. Да, очень хорошо стрейфит. Да, использовал три ракеты. Поднялся, вот здесь вот угол не очень правильный. После подъема был плазмы. Да, но в целом рокет очень даже хороший. Да. И 1800 на финише, ну... Хорошо, в основном ему оп, ну, из-за оба и стрейфа он очень много сэкономил из-за хороших рокетов. Да. Вот. Дальше кто у нас? Да, дальше у нас ZQN из белорусского села. 24,7 почти. Play. Топ 4 обошел на 460, что ли, около того. Почти полсекунды. Вот. Не словил, к сожалению, оп. Хотя мог бы. Вот он от левого этого использовал. Ух ты. Ну почему бы не выставить плазму правильно? Оно что такое? У этого дискомфорт. Да, она же так мало скорости дает. Но в целом тоже прошел достаточно ровненько. Оригинальненько даже, можно сказать. И переходим к топу 3. Ты говоришь, что да. Я постоянно путаюсь. Ты путаешься, ага, давай, говори. Торнер 2015 Play. 23,8. Год рождения Торнера, да. Ты в Праге, я так понимаю. В 2015 году играет чувак 2 года. Не словил лоб. Но гранаты неплохо так выстрелил. Да, вот гранат там. Выстрелил низко, подлетел рано. 1500, вот. На... Ой, самый хороший рокет. Да, хотя не уверен, что третий рокет вообще нужен был. Мне кажется, он и без него так нормально летел. Мог его завязать на плазму потом. Один рокет там не получился, и, как следствие, не очень хороший рокет в конце. И прямо второе место, прямо вот... Слушай, и Дмитрий занял в ЭКУ-3 и ЦПМ второе место. Да, второе место. Да, большой молодец. 23,856. Play. Побыстрее на пару фреймов всего лишь, но да, посмотрим, в чем отличие. Фрейма, вроде бы. Или на 4. Словил лоб. Ой, как он там быстро успел выстрелить.
Да, очень классно гранату выстрелил. По зонам, по снап-зонам очень хорошо пострейфил. Рокет хороший. Вот правильный угол опять. Да, очень хорошая плазма. Использовал буст, два буста. Да. И в целом в конце рокет получше. Очень но хорошо. Странно, знаешь, я бы не сказал, что он всего на пару фреймов от Торнера отстал. Я так понимаю, Торнер лучше первый рокет сделал, а Дмитрий последний. И вот как у них так. Ну что ж, осталась одна демка. ППС Буди. Первое место. Поздравляем Буди с первым местом. Спасибо, спасибо. Так, и давай смотреть демку плей. Быстрее 2,5 секунды. Ну вот в основном из-за, наверное... Вот отлично вставлен. Оп, куча скорости. Ну вот я об стену потерял, я потом в демке разобрал. 21.2. То есть ты перебил все-таки его, да? Да, да. Или ты себя уже? Это я себя перебил, а до этого я его перебил, причем тоже на 168. Это знаешь, как в чате тишина, и вот я два раза по 168 так снимаю, и все рофлят потом. Ну, было смешно там зато. Что с таймскейлом будем смотреть? Да-да-да, будем. Таймскейл 0.5. Play. Да, очень быстро все. Ставим скиллы, если посмотреть. У него на оп 880 почти получился. Ты как раз да, на паузу. Неплохой стрейф тут. В принципе, можно и лучше немножко, конечно, он тут. Как-то пострейфил так. Ну, в конце не очень хорошо пострейфил. Тут рокет, в принципе, можно получше. Ну так попробуй залети, когда один раз из 50 получается. Да, 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 залететь очень сложно. Туда, не зацепившись ни за что. Вот. Поздравляем еще раз Вуди с первым местом. Спасибо, спасибо. У меня двойная победа даже, потому что я Индера перевел. Да. И сейчас я переключаюсь на браузер. Вот он, браузер. Здесь мы видим, ну, можно найти все демки, вот они, все места, кто какое место занял, можно скачать все демки кнопочкой. Да. А здесь комментарии есть по этому всему. Перед этим вышел мувик по Nick Summer Cup, ну, если кто хочет, может посмотреть, я там есть. Ладно. И на данный момент вышел, наступил, как сказать, сортовал. Люси Кап раунд 1, первый раунд, то есть будет как такой компетишн из трех карт. Первый раунд сейчас начался, закончится он как раз через неделю, и очки будут считаться по трем картам, то есть на первый дадут сколько тут, 20 очков, 19 и так далее. Вот, и потом посмотрим, кто... Ну, и потом будут результаты по сумме всех трех карт. Вот, все карты делал Люси, как я понимаю. Это, не знаю, насколько его... Наверное, его персональный компетишн. Так, что еще сказать? Ну, наверное, все. Ты здесь? Да-да, алло. Да-да-да. Да, я говорю, принимайте участие, присылайте демки, будем все обозревать. И всем большое спасибо, то, что участвовали да, в прошлом варкапе, да, и за просмотр. Вот такое количество демок, это намного лучше, чем вот, вот, чем вот такое. Да. Да, ты там скроллишь, да, вниз. Да-да-да. Вот, ну что ж, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Да, всем пока.